Na, daqui. Daqui na. 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 Что с твоей мордой? Где она? Э! Чукча! Чукча! Куда ушел? Он счастлив от того, что его помыли. Даки. Видишь вообще что-нибудь? Даки. У него реально поехало. Всем привет! Всем привет! Всем доброго дня! Поздоровайтесь! А я какие-то лично надели шарик. Они красивые кабульки. В общем, мы поехали. Полину повезли на тренировочку. Сегодня с утра мы с Пашей ходили. Паша сходил к терапевту. Я хотела пройти, ну, вот эту вот... как она? Как она, эта комиссия-то называется? Диспансеризацию. В итоге там была такая очередь. И что-то Паше надо было на работу. И я не стала стоять. Думаю, потом мне охота... Ой, на учебу. Я решила в понедельник спокойно всех отвезу, развезу и поеду и буду там сидеть сколько надо в эту очереди. Ага. Тем более у нас как бы не особо горит, что, ну, время еще есть. Тут мне надо кукуку сюда. Ну да, у вас потом это... Что-то сегодня разговаривала с Ольгой по поводу анализа на кровь. Она говорит, что-то 16-го это вам рано. Говорит, лучше позвоните к своему педиатру и спросите еще раз. Может, говорит, вам перезаписаться лучше, чем, говорит, это... повторно, если что, потом сдавать. Вот, я в понедельник позвоню к своему педиатру нашему, потому что она как раз в понедельник выходит, и уже у нее спрошу. Вот. Сейчас Полиночка идет на тренировку, мы съездим, заберем свой приз. Все, потом, если выйдешь здесь, стой, никуда не бегай. Поняла? Вот, а мы потом поедем в деревню, сейчас заберем свой приз и поедем в баню. Что, он не видит, что ты едешь? Мам, иди другой. И, наверное, думает, вот, я выезжаю. Нет, не в тетю Лёлину деревню, мы поедем к бабе Кате с дедой Лёшей в баню. Сегодня девчонок точно с собой возьмем. Сейчас уже тепло. Деду некогда брать времени. Во-первых, деда некогда времени, а во-вторых, нет места. Мы бы деда, конечно, с собой взяли, но нам неудобно, у нас полная машина. Да. И мы приедем неизвестно во сколько. Сидим, ждем. Готовят нам. Мы с собой заберем, потому что Полину иначе не успеем, да, забрать. Сейчас скажи, попьем кофе, молочный коктейль и поедем. Вот в этой печке. Мама, а ты где какой-то? Нет, тут нет детской комнаты. Почему? Ну, не знаю. Папа сидит, не знает, кого позвонить, да? А я сижу. Ариша спит. Да, это колонки, чтобы звук шел. Пляши давай. А там вот экран опускается. И там что-нибудь показывай, да. Танцуй. Танцуй. Да, танцуй. Все, Не, просто стакан такой. Латте. Они так делают? Да, они так делают где-то там. А ты
Молочный коктейль. Довольная. Вот такой. Мы уже попробовали. Ты обезьянку то зачем туда посадила? А то. Ну, а у тебя утонет в коктейле-то? Ну, вкусненький, да? Ага. Ага. Ты пей давай. Ага. Пей. Вкусно? Холодный. Холодный? Ну, потому что молочно-холодный всегда. Ну что, друзья, в общем, забрали мы свой приз со второго раза, конечно, но все же. Мы еще не смотрели, он у нас в коробочках. Заказала хачапури по-аджарски, очень хотела, вот именно, который с яичком, да, в который макать надо. А в чеке принесли другую, то есть это типа просто сырная лепешка, ну, лепешка с сыром. Посмотрим, я не знаю, в коробку открывать она вот так раскрывается, поэтому мы не стали уже смотреть. Ладно, у них там цена, в принципе, разница в 20 рублей не такая великая. Просто я хотела именно вот по-аджарски хачапури. Потише. Либо она меня не услышала, либо, может, официант не то выбила. В общем, ну, я уже не стала разбираться. В общем, я уверена, что это вкусно, это очень красиво, это прям в печи готовится. Ну, мы вам, конечно, не стали это все снимать, показывать. Хотя, в принципе, можно было, да, что я не стала. Ну, ладно. Вот, едем, мы попили латте. Мне очень понравился такой необычный, с клубничным топпингом его делают, с сиропом. Тебе, Паш, нормально был латте? Да. То, что с сиропом ничего? Да. Не смутил? А у Ариши был крутой молочный коктейль, да? Да, была обезьяна. И еще была там трубка. Трубочка вафельная очень сладкая, мне Ариша чуть-чуть дала. А сливочки нормальные. И сам коктейль, вот если его не перемешивать, вроде бы ничего. Но если перемешать, потому что тут еще украшения из вот этого тоже сиропа такого же клубничного. Но все равно он очень вкусный. Кстати, он как бы вроде думали холодный, а на самом деле нет. Пьешь, он не такой уж холодный, нормальный. И он не пустой. То есть у него прям такой насыщенный. То есть его прям чувствуется, что делают из мороженого, а не просто молоко с каким-то там добавлением. Ну и еще и бывает, знаете, как делают с молоком, но молоко при этом делают маленький процент жирности, например. То есть как бы нет, этот прям вот на сливочках, на как минимум сливки, а то и мороженое. Так, смотрит, что я снимаю. Так что вот. Ну все, едем за Полиной. Мы должны за ней успеть. У нас, в принципе, 40 минут. Но у нас, как всегда, центр пробки. И чё? Ну, знает, да, Полина, что мы там пили коктейльчик. Но она обрадуется, что мы ей с собой взяли. Что мы там не стали есть. Но я спросила, я говорю, можно с собой? Она такая, ну, в принципе, да, конечно. Говорит, их быстро приготовят. Я говорю, ну, да, просто мы, говорю, торопимся на тренировочки. У Полины тренировку, да, перенесли. Из-за нее мы не сходили нормально в ресторан, да, Риш? Я могу обувь на... Да, снимай обувь, снимай шапку, потому что жарко. Ну, пробки... Пробками, ну как бы не скажу, что прям капец-капец пробки, потому что обычно сейчас, наверное, ближе к 6 вообще тут все стоять будет, да? Ну, сейчас все за город. Вот за город мы сейчас поедем, будет жопонька. Видишь, он забуксовал и выехал, нормально. Что за баня? Зачем ты оттопил? Сейчас надо... Зачем изначально объезжал, да? Ариш, иди сюда. Сугробик, а ты сейчас забуксуешь. Почему? Ну, потому что сейчас он твердый. Да. Сейчас снег-то это, он не рых уже. Нифига, он там накрутил себе на колеса. Скажет, стоят, снимаю. Да ой, нет, да без тебя буксует. Найдет, господи. Он там буксует. Он и тут буксует, пробовал. И там буксует. Проедет, что он не первый же раз? Пробежка линия. У него, видишь, нет, вся крыша в грязи. Сейчас снег-то такой, только чуть пробуксовал, он брык вниз проваливается. Все, забуксовал. Нет, вы снег видите, уже, ой, лед растаял. А эти не боятся, рыбаки. С разгона выскочит он. Ма. Сейчас можно, если только закопаться. Откупается. Все. Ну, видите, какой грязный. Но колеса начали буксовать. Все. Откопаться не проще. А чем? Нет, все, два колеса, легче, дели. Можно там, как так? Сейчас будете все. Толкать все. Сейчас все деревни будете толкать. Ну чё? Вот они, мартышки, в баню сходили.
Сидят, не знаю, как только он там. Как у меня. Хорошо. Полина попарилась. Там аккуратно волосами своими сырыми, у меня там колготки на заднем, на спинке. Ариша, вон вообще Лёшка лежит, говорит, жарко. Не могу, да? Круто? Папа у нас сегодня парится в трусах. Балдеет. О, говорит, хорошо. Я сегодня буду париться. О, знаешь что? Купили на тетрагон. Закройся. Так. Полиночка сидит, попарилась. А потом... Папа. Хорошо тебе? Все хочешь? Париться? Веником? Просто погреться? А что, мне сейчас полезно, я тем более еще как раз не сижу. Сидит. А почему у них тут 72 номера? Не знаю. Типа, наверное, это было раньше две. Папа вышел. Ну а че, как ваши? От тебя все зап... Папа весь в листиках. Полин! Да, весь в листиках. Полин, мать, ты сюда сядь? Иди давай там нормально. Мне тут жалко. Ну как ваше отечение сегодня? В прошлый раз мама, не парился. Мама, тут жалко. Что тебе там жарко-то? Вот, везде одинаково совершенно. Полина, иди сядь туда. Блин, так. Опять запотеваете. А тут жалко. Это, кстати, полотенце, которое мы покупали в Турции, мы вам показывали. 10 баксов. 10 баксов такое полотешко стоило. И мне всё. Капюшон уж скоро маленький, скоро уж тася, давай. А эти полотенца, которые мы до Турции покупали. Я его купила. Мне нравятся такие. Ну, в Москву, ты даже мне в Москву ложила. Да. Там мы решили с мамой собирать эти шампуни, да мыло. Из разных отелей, из разных гостиниц. Вот сейчас из Ингантау привезем. У нас гостиница была ужасная. Убили тетя угодная. Что холодное? Знаешь, что у нас было? Я голову убили тетя угодная. У нас... воняло табаком, и у нас это, как его, не было вообще в туалете пшикалки, туалетной бумаги не было, еще кровати были грязные. Ой, кошмар какой. Какой кошмар, представляете, я тоже в бане, если вы думаете, что меня здесь и нет. И мы в бане. Я тоже так же моюсь, купаюсь, поэтому. Мы тогда так моемся, покупаемся, да, мам? Парюсь, голову только мыть сегодня не буду, потому что я ее утром помыла перед больницей. Все, идем дальше париться. Я не буду. Не будешь? Точно? Тебе хватило уже? Ну ладно. Ты руки-то достань, легче будет. Ну, ты сидишь, спряталась. Накупались, идем. Эй, банда! А нам хорошо. А мы после бани. Аришки, не стали голову мыть? А я как? Я спищалась, изверещалась. Жарко. А Полина, конечно, попарилась и голову помыли. Я тоже голову не мыла, потому что я сегодня ее помыла. Пашка помылся. Все забрали? Все забрали. Не достал один? Включай. Ладно. Включай свет. Видите, как уже темно стало, пока мы приехали. Пока баню дождались, пока помылись. Темень темная. Сейчас покушаем, чай попьем, поедем. Завтра 19 градусов, сейчас учусь. О, представляете, на завтра 19 градусов обещают. Выше климатическая норма. Завтра. Мам. Гулять пойдете. Эй, кто нам тут радуется? Где мой маленький мальчик? Глазки выстроены. Где мой маленький? Вот он. Вот он мой красивый мальчик. А на куртку там снимаем. Да знаю. Где мой клёсёвчик? Где мой шлёцкий? Где мой клёсёвчик? Мама помыла сегодня, подстригла морду лица. Все, мы приехали домой, да?
Девки уснули по дороге, да? Ну, мамы такой красивый. Кому мама глазки выстригла, а? Дёк. Ой, мамин мальчик. Ты мой красивый мальчик. Ты мой красивый. Расчёска. Вот так вот берёшь и вытёшь. Ай. Балдеет, ему шоколадно, он ведь с лавкой. Тут у нас так и не обросло еще. Видите, тут есть волосня, а здесь нет волосни. А здесь нет. Ну смотри, она что же колючая, ему что же. Ну, уже за день все свои эти скатала. Мама, магазин делали. Видите, какие у нас глазки красивые, да? Глазки красивые у нас оказываются. Красивые. Здесь у нас нет зубиков. Ну, видите, нет зубиков. Надеюсь, ты скоро вырежешь. Не надо, Ариша.